А в северной части Индии 24 студентов смыло мощной волной. Она поднялась на реке Биас после того, как на строящейся гидроэлектростанции в штате Химачал-Прадеш произошел сброс воды. Молодые люди в этот момент фотографировались на берегу. При этом, по словам очевидцев, никто о предстоящей операции на плотине местных жителей не предупреждал. Ищут студентов десятки спасателей, к ним подключились и волонтеры из соседних деревень. Однако, по словам властей, возможность найти кого-то из них живым невелика.